В Хабаровске проходит танго-флешмоб. Мы узнаем, кто занимается этим чарующим искусством и как оно попало на Дальний Восток. Танго – социальный танец. Его могут танцевать все. Народный танец. Хорошо смотреть, но учиться дольше. А танго можно смотреть, можно наслаждаться, можно самим попробовать. Нет такого момента, когда ты все понял и все постиг. А говорили простой танец, он 10 лет. Все еще нет предела. Вы ездили в Аргентину? Нет. Хотите? Все хотят, да. Давайте прям пожелаем всем нам съездить в Аргентину. Танго в Хабаровске появилось 15 лет назад. И появилось, наверное, да, совершенно неожиданно. Решение пришло достаточно быстро. Мы вдруг решили, что в Хабаровске не хватает аргентинского танго, увидев однажды, как его танцуют. Выглядит так, как будто собираетесь поставить рекорд. Партнера нету. А все танцы танго с партнером. А тут, ну что же, они все расхватались. Есть соло танго. Есть танго-соло. Станцуй. Нет, нет. Мы пришли посмотреть. Меня вот, знаете, так ненавязчиво двигают. И как-то так, наверное, пока коряво, но мне уже кажется, что здорово получается. Я первой жизни танцую танго с девушкой, к тому же. Очень интересное ощущение. Это была ваша коленка, да? Девочки, что делать будем? Неизвестно, что делать. Может, как-то их заманивать красивыми нарядами? Или, судя по всему, пробовали? Не клюют. Два варианта. Или дубиной, или... Потом и пряником, наверное, так. А пряники взяли? Да нет, что-то забыли. А вы еще спрашиваете, почему нет парней? Потому и нет. Вот такие акции устраивают любители танго как минимум 3 раза в год. Самое приятное, присоединиться может любой. Кстати, у них есть даже бесплатные группы для начинающих. В общем, логика простая. Танцуй и будь тебе счастье. Анастасия Магнус, Андрей Авдеев, «Большой город».